Народ, привет. Недавно мне пришла посылочка вот с такими микро моторчиками N20. Я сначала подумал то, что их только можно куда-нибудь там на дворники поставить. Но в принципе они вроде крутят неплохо. Ну и в любом случае их бы желательно протестировать с нагрузочкой. И решил я все-таки поставить их на наш УАЗик. Вот. И немножко его что-то у нас подсобрать. Надо доделать переднюю подвеску, рессоры надо закрепить. Они у меня вот еще болтаются. Вот. И будем сверлить сейчас, устанавливать моторчики в отсек вот сюда. Вот. Будем просверлим. Сейчас как-то вот там закрепим его наискосок. И припаяем, попробуем хотя бы просто запустить хоть что-то, чтобы у нас получилось. Хоть от чего дальше нам отталкиваться. А то проект с УАЗиком у нас вообще остановился. И времени нет свободного. Вот, и запчасти идут. Не знаю поскольку. Ну что, попробуем что-нибудь покумекать. Так, ну что, мосты у нас на месте. Мосты на месте. Сейчас, значит, берем большое сверло и будем с вами сверлить место для кардана. Так, от 3D принтера остаются поддержки. Я их не всегда выбрасываю. Вот, и возможно сегодня нам что-то пригодится. Так, вот это высокое. Это высокое. Я просто сейчас прикидываю, как будут стоять моторы внутри. Ну и в принципе вот здесь еще немножко выпилим и, наверное, будет у нас закрываться. Так, ну смотрим. Карданчик сюда. Угу. Так, карданчик встал. В принципе, вот смотрите, угол небольшой. Вот это сейчас я внизу приклеиваю подложечку, и вот сюда вот приделываю мотор. Пока что посажу на термоклей, посмотрю, возможно, если вдруг моторы не пойдут, чтобы хоть не заморачиваться сильно. И вот этот, и второй мотор будет рядышком. Вот, ну все, пробую. Самое главное, чтобы было еще удобно потом одеть. Так, ну все, погнали дальше. Вот так я это все дело спрятал. Как бы это стоит. Моторчик крутится. Так, ладно. Открываем. Здесь у нас
Смотрите, один моторчик я сделал, ну, по-быстренькому на термоклей. Так, чисто, чтобы просто посмотреть, как это будет дело стоять здесь. Вот так вот расположил я моторчик один, вот так будет второй. Вот так вот расположил моторы, и в качестве фиксатора буду использовать стяжку. Сейчас мы ее вот так вот согнем. Так, ну что, немножко наживим. Вот так вот, значит, я закрепил моторы. Сейчас еще решу с карданами, крепежом, вон, и будем уже что-то смотреть, пробовать устанавливать серву. Но сначала хочу запустить, может, чтобы колеса закрутились. Вот, и стандартную коробочку мы вот сюда вставляем, опускаем, вот и все. Все у нас зафиксировано, колеса чуть позже. Все, вот такое ровное дно. И карданчики уходят вовнутрь. Как фиксировать колеса, я еще пока не придумал. Посмотрим сейчас по месту. И вот все. Вот так вот. Можно пробовать что-то мудрить дальше. Пока что ставлю на паузу. Вот. И буду мелочевочкой заниматься. И попозже вам что-нибудь покажу. Сейчас, значит, я попробую прикрутить карданы все, чтобы они у нас не прокручивались. Вот, чтобы все крутилось вместе с колесами. Зафиксирую колеса везде. Ну, так вот по мелочи. Нечего это снимать, потому что пока одно попробуешь, другое, время идет, и смысл записывать нету. Так что пробую, и потом вам что-нибудь покажу. Так, народ. Чего я добился после закрепления? Смотрите, значит, по кардану кручу, моторчики крутятся, второй то же самое. Вот сейчас я, значит, разбираю, подпаиваюсь и подключаю уже для проверочки, и надо будет клеить резину. Резина прокручивается на дисках. Вот. Так что пока что снова пауза. Припаиваю. Тут смотреть нечего. И пробуем уже, посмотрим, закрутится у нас или нет. Значит, что мы дальше с вами придумываем, прикидываем. Значит, будем сейчас сверлить, припаивать моторчики, чтобы посмотреть, как у нас крутится. И так, и нам надо как-то закрепить серу машинку здесь. Смотрите, значит, если мы серу будем делать сюда, так, нам ее надо как-то закрепить. Закрепить ее можно попробовать вот в места крепления рессор. Болты вроде до конца доходят. Вот. И вот согнуть такой небольшой уголок и как-то вот сюда приладить. Сейчас попробую это дело покумекать. Прикручу сначала вот сюда, где-то по центру ее посмотрю, потому что, а, ну, в принципе, под капотом у нас места полно. Вот, подцеплю и будем смотреть туда сюда вот. Так что пока что вот такой у нас результат. Делаем и ждем, когда это дело у нас поедет.
Так, народ, чего мы добились? Мы установили мосты, мы установили моторы, прикрутили к ним карданы, моторы крутятся, карданы крутятся. Мы поставили серву, ну и тяжело свернуть, серву поставили, вот. Серва работает, серва крутит уже. Вот, сервочку поставил маленькую от VPL, от коробки передач. Вот. У меня такая стоит на зеле, она не очень мощная, но в принципе справляется. Вот, и здесь у нас будет все хорошо сделано. Здесь будет закрывашка заводская. Вот, дно будет полностью закрыто. Сейчас не буду закрывать. В следующей серии припаяюсь. Нит хватило мне сегодня времени. Припаяю сюда, выведу в контакт включение-выключение. Вот, сделаю отдельно тумблер на подсветку на всю. Вот, колеса все работают. Подвеска работает. Вот так, наверное, лучше показать. Все нажимает, все работает. Крутиться ничего не будет. Надо от моторов поставить. Вот. Два колеса крутим и крутится все. И тут то же самое. Так что вот, такой вот УАЗик. Тут еще не до конца все доделано. Вот, все собрал. Серочка, вот она. Электроника будет где-то вот в этом районе. Потому что под капотом, в принципе, места много. Да и тут можно... Вот в багажник я хотел аккумулятор убрать. Так что посмотрим. Может быть, сделаю... Сюда просто положу, а может быть выпил сделаю, чтобы вот тут еще больше места стало. Не знаю. Как говорится, по месту будет видно. Ну все. Спасибо за просмотр. Чуть-чуть я сдвинулся с этой нашей поделкой. Вот. Посмотрим, как он поедет на маленьких моторчиках. Если будет слабовато или не тянуть. Дождемся мы моторов N30. Вот, они чуть побольше. Вот, и тогда уже установим их. И будем смотреть уже, как он дальше поедет. Но за это время, если он даже у нас будет ехать не очень, я надеюсь доделать всю подсветочку, чтобы он уже был, как бы просто моторы снизу открываем, снизу открыли, моторы поставили, салон у нас классный, все тут хорошо сделано так. Вот, возможно, выпилю капот. Видел уже, парень один сделал. Так что посмотрим. Ну все, всем пока.